Еще же хочу вам сказать, дорогие друзья, всем привет, с вами Денис. И короче, мне страшно. И, короче, вот что хочу сказать. Я как закончил ту серию, я закрыл Dying Light, сейчас нажал продолжить, и знаете, в каком моменте отказался? Правильно, на том самом, когда за нами погнались эти чуваки. И что мне теперь делать? Правильно, я не знаю, что мне делать. Я тут от них скрылся, они меня на данный момент не видят. И, собственно, мне страшно. Так, ну как всегда, да, один игрок, все, ко мне никто не подключится, я типа тут это один-одинёшенька. Так, собственно, вот тут есть два зомби. О, ачивка. Выпускная вечеринка. Что? Причем тут это достижение? Ну ладно, что ж. И кто у меня Steam сейчас неправильно приконнектен? Ну-ка мне. Ну-ка, так, сейчас, подождите-ка. В общем-то, вроде как у меня Steam и есть, и вроде бы как его и нету. Почему его у меня нет? Потому что его нету. Так, что ж, давайте сразу осмотрим карту. Ага, вот он, я здесь. Мне надо дойти сюда как-нибудь беспалевно. А потом уже можно и дойти сюда, в башню. Так, ну что ж, как это сделать? Ну, на самом деле, надо вот сюда как-то на дороге добраться. Ладно. На самом деле, мне сейчас самый легкий вариант, кажется, да? Это, собственно, где? Вот, вон. Так, 230 метров впереди. Здесь вот эти чуваки ходят. То есть, так, это вот один, да, чувак там. И другой чувак там. Кажется, если сейчас вот что хотел сказать, мне кажется, что легче будет это сдохнуть. Да, просто сдохнуть. Тем более, когда они прямо передо мной. Прямо-таки передо мной. Надо мной. Понимаете? Вы видели это только что. Пс, парень, не иди сюда. Понимаешь, что сейчас на грани жизни и смерти? Так чувствую, что они что-то знают. Вот как вы думаете, они знают что-нибудь? Я такое чувствую, что они что-то знают. Так, опять-таки, кое-что хочу сделать, так. Но это я сделаю, на самом деле, для того, чтобы мне не застать и не видеть их каждую секунду, да? Так, ну что ж, собственно, вот. Они тут. Кстати, это блин, они, знаете что, они ходят на одном и том же месте, что меня бесит. Вот кто-то запрыгивает. У меня игра фризится. Ненадолго. Что ж, я могу сказать. Они мне дали немножко вздохнуть, да? То есть выдохнуть. Короче, буду ходить теперь так. Всю оставшуюся ночь. И, собственно, не зря я так хожу всю оставшуюся ночь. А, я знаю, я дип. Я ж могу просто забраться на крышу. Они меня так легко не заметят на крыше. Сначала бы мне забраться на нее. А! Да, может, на крышу они и не заберутся, но они наравне с крышей ходят. Они выше крыши ходят. В жопу, чего они так ходят высоко? Так, подождите, где башня? Ага, 193 метра. Так, я прошел совсем чуть-чуть, и я уже зацал. Просто полностью. Блять, они в округе. Так, мне надо туда явно перебраться. Потому что здесь не вариант, здесь не вариант. Так, вы где, ребята? Ага, поблизости их нет, поблизости. Ну, прям, чтобы вообще поблизости их нет, да? Вон там есть один. Там еще есть один, где там? Блин, я дип. Хе-хе-хе. Как бы там, как бы так вам объяснить всем? Черт, ну что ж они так... Подождите, он на крыше. То есть на крыше не совсем безопасно, потому что они и крышу еще чекают. Ё-моё. Так, сколько... Блин, так кто-то рычит, но там никого... Подождите, рассвет.
Хотя, нет, не должен быть рассвет, потому что... Ну просто, просто не должен быть рассвет. По логике игры не должен быть. Но похоже на рассвет, да? Вот смотрите, вот часов как бы нету. У нас мне дня и ночи разблокируется после этой миссии как раз таки. Подождите, это не смешно. Еще такая музыка иногда играет. У кого-то жрет. Окей, все. Так. У нас минус один. Еще один зарез. Да ну на! Он прямо передо мной. Так, фух, так, надо. Надо передохнуть. Я прошел уже 60 метров или 70, где-то так. Так, что ж. Так. Так, один и жрет кого-то там, да? Блин, у меня плохие новости, ребят. Это последний дом. То есть, так, подождите, так, карта. Да, я прошел отсюда, или отсюда, короче, до сюда за 6 минут. Так, значит, вот безопасная зона. Я могу, может быть, до нее добраться, но от нее я вряд ли уже уйду. Потому что они все будут ходить тут, да около, да? И, значит, ну что ж, если я дойду до сюда, нет, короче. Хотя, если я сдохну... Где гарантия того, что я возражусь Табаши? Здрасте. Надеюсь, он будет ждать его всю ночь. Оставшуюся. Или не оставшуюся. Так, что ж, ребят, давайте, я не знаю, я на паузу поставлю. Так же будет лучше, да? Наверное. Что-то музыка хардкорная. Уходи! Ой, как дебил. Ну что ж, забегаем. Знаешь, зачем забегаем? Не знаю, зачем забегаем. Просто забегаем. Фух, ладно, все, теперь я в безопасной зоне. Нажми скейт, чтобы выйти в лобби, открыть игру для... Нет, это не нужно. Я могу поспать? Теперь. Но я бы сказал, не теперь, а еще спать нельзя, потому что миссия еще не пройдена. То есть у нас нету смены дня и ночи, чтобы спать, да? Ой, блин. Чувак, тут же никого не было. А, давайте поменяемся. Пф, ночь, там монстры ходят. А, давайте меняться. Так, что же могу сказать? У нас. Мы прошли половину пути, да. Но. Вот я, может, перейду на этот дом, да, дальше на этот. Ага, дальше, если никого не будет, на этот. Ну ладно, тут уже более-менее смотрится как-то легче, знаете. Так, вот надо вот сразу пометить выход, то есть вход. Да, вот до входа 121 метр, а, ну, собственно, как и до отметки задания почему-то. Ну, собственно, да. По идее, логично. Так, ну ладно, что ж, на карту никто не смотрит из монстров. Ну, на карту, я имею в виду, я по карте определил, да, что сюда никто не смотрит. Окей, что ж, ладно, они, может быть, и там далеко, то есть близко где-то, да, но, по крайней мере, сюда никто не смотрит. Ой, я сейчас как дебил мог зафейлиться, ой, как дебил. Ой, хорошо паркуришь. Я уже думал, все, это гейм-овер. Я тут застряну, меня обнаружат. Так, не надо фрезиться. Меня обнаружат, и все, это гейм-овер. Ну, слава богу, нет. Так, что у нас тут? Ага, у нас тут дорога. И где-то рычащий зомби. Ага, ну он, собственно, рычащий зомби. Ну, ладно, он, по крайней мере, сюда не смотрит. Что ж могу сказать? Черт, мне послышался звук Шторм Спирита. А, ну, это не про это. Не про это сейчас, да.
Так, собственно. Ну, блин, надо спрыгивать, надо спрыгивать. Тут есть где-нибудь эти какие-нибудь бочки, я не знаю. Так. Ясно. Ясно. Черт его знает, вот что ясно. Ну вот, этот столб, это единственный вариант, куда надо спрыгивать. Такое, то есть можно. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай, я забыл, как тебя зовут, короче, пофиг. Давай, идем, идем, идем. Блин, забыть, как это, забыть имя главного героя. Главного героя, да. Это могу только я. Уж памяти у меня совсем никакой нету. Ой, все! Ой, все! Бежим, 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 бежим. Спасаемся, однако мы бежим, бежим, бежим. Спасаемся, однако мы бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим и. Саса и Лалка. По идее, тут был вход. Игра ночью. Очки ловкости удваиваются. Да, да, да. Они удваиваются. Капец, конечно. Удваиваются. Экстримчик на у просто самый лучший. Чувак, ты знаешь, где я был, да? Вы меня еще бездельником называете. Дебилы. А, музычка играет. Нет, на расслабончики такие. Ну что ж, поднимаемся. На самом деле хорошо, что меня заметили. Если меня не заметили, я бы еще полчаса бегал. Да, может быть, ВГМ работает и ради общего блага. Ну, блин, Кейн. Короче, Крейн, да. Ну ты дебил. Ну не надо было так взять и сжигать антизин. Взяв с собой одну ампулу. Реально дебил. Ой, что ж, ладно. Не его осуждать. Так, да, так должно было быть по игре. Ладно, что ж, бежим. А, не, идем. И просто идем. Просто на расслабоне, мы в башне, в защите. Просто идем. Ну что ж. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. No, we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Я пойду. Действительно, я пойду. Я. Кто же еще? Я. Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate. Чистый лист. Ага. Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? Has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Окей, что ж. Ну, задача вроде простая, да? 5000. Ну да, так я и думал. Мне еще уровень паркура должны поднять. Сейчас пропаркурим, ребят. Так, вот так, еще паркурим. Еще больше паркура. Больше. О, давай. Ну, просто мастера паркура. Да. Нормально, нормально. Так. Навыки. Сейчас я могу запомнить как-то навыки. Ну-ка, нет. Так, ну ладно, что ж, буду открывать навыки. Так. Карта, значит, и навыки. А, навыки выживаемости. Научитесь торговаться лучше. Лучше торговаться. Цены в магазинах ниже 10%. Да, научитесь создавать сюрки с тремя дополнительными эффектами. Я думаю, пассивку. Пассивка самая лучшая. Так, скачок. Перепрыгивайте врагов, используя нажмите пробел, когда бежите к врагу. Сбивайте врагов с лок, ударяя прыжке с разбега. Нажмите пробел во время бега. Так, ну-ка.
Ахахах, нормально. Так, ну это я уже видел. Не, давайте это, да. Так, подожди, что-то я дип. Немножко забыл. Так, нажмите пробел во время бега, а затем в воздухе... Ага, Y. Окей. Ага, в безопасной зоне. Ну что ж, ладно. Парень. Да, что тут происходит? Байерс locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You wanna try it? Запросто. Я говорю тебе. Спокойной ночи, Бахир. Ну что ж, со злом? Легко. Ну что ж, это было действительно легко. Это хорошо. Не могу двигаться, грудь сейчас сорвется. Принял антизин, значит. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Окей, что ж, так, отнесите поддельный антизин Лене. Лена. Так, ну что ж, вот так незаметным образом я начал выполнять второстепенные миссии. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Ага, говорю, я уже на этаже ниже. Ну, здравствуй. The lot number's wrong. Is this a fake? Someone on 21 took it, and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21 now. Where did he get it from? Yusuf. He's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. Ну да, окей, не буду бить. Просто поговорим. Поговорим с ним над по душам. С этим Юсуфом. Так, мне интересно, что это за отметка. Наверное, ну да, судя по мини-карте, еще выше. А, Юсуф. Ты Юсуф? Нет, это тут, подожди. А, это этот же. Ну, это этот, короче, да. Это этот. Подожди, так это ж... А, это черт его знает, что это. О, Юсуф. Welcome to Yusuf's Emporium. Универ магии. You need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for antizin. Well, of course you are, my friend. This is your most lucky day. No, Yusuf, it's your lucky day. Because I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Vash. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. Действительно.
Ну что ж, поговорила с Юсуфом, теперь наведаться в аптеку. Нет, я уж так далеко не буду заходить в это задание. И, собственно, задание... сюжетное задание поставим, естественно. Так, подожди, давайте посмотрим, кстати, что здесь за задание. Задание, значит, День матери. А, найти дом Кази. А, вспомнил. Нет, мне это не надо. Так, купить антизину Райса. Идем к Райсу, значит. Так, нет, уже выше. Вот, да, на этом. Ладно, может быть, поищем второстепенные задания. Так, ну сейчас вообще в любом случае сейчас ночь. Не, у меня сейчас, кстати, смена дня и ночи не разблокировалась. Не разблокировалась она еще. Но, собственно, скоро разблокируется, я уж чувствую. Давайте до утра. Восемь часов спустя. О, да. Это утро. Собственно, часов до сих пор нету. Давайте повезем задание. Congrats, you survived the night. Too bad that run didn't work out. Ладно, черт знает, что за рейд. Но в любом случае. Alfie's looking for you. He's in his workshop downstairs. Ок. Все четко и ясно. Кто-то меня ждет, кто-то внизу. Так. Я чуть не могу понять, это что, как? А, это на этаже выше. Смотри, я, кстати, понял, кто меня ждет, он на этаже внизу или на первом этаже? Я сейчас чуть-чуть не понял. Вот, так это ж, подождите, так это, вот где, вот тут моя комната, да? Да, это вот эта комната, где я начал играть. Да, вот самая эта комната. Эх, этот хороший вид из окна. Ну что ж, она изменилась. Освещением. Примерно только этим. Опять эти дети. Которые считали меня зомби. Картошки. А, ну здесь Лена. Ну-ка. Опять то же самое что-то там делала. Тоже так же самое на меня обернулась. Ну, да, собственно, никаких изменений. Так, лифт не здесь. Лифт у нас находится выше. Я так понимаю. Так, хватит так дышать. Не, задания этого нету, да? Ну, от того человека, который сказал мне, что там меня кто-то снизу ждет, собственно, да. Давайте спустимся. Так, на самом деле, я думаю, это конец серии. К Райсу пойдем в следующий. Блин, ну не договорил, опять-таки. Блин, почему у меня загрузка идет раньше того, чем он договорит? Да, впрочем-то, логично. Блин, я, кстати, вот еще чего не понимаю. Когда я первый раз в этой игре вышел на улицу, мне было 20 FPS. Сейчас же я на максималках могу позволять себе бегать. Все могу делать, да? Вот это видео. Вот, высокая, чисто максималки, типа. Собственно, и у меня 60 FPS. Ну, собственно, ладно. Я не жалуюсь. Так, меня кто-то снизу внизу ждал. Опа, ножик, который я недавно купил. Картошки, картошки. Ну, кстати, хреновый достаточно нож. Ага, по-моему, меня Альфи и ждет. Да-да-да. Джейд? Да, я копи. Что-то не так? Нет, это... Слушай, Крейн, мы все оценим, что ты делаешь. И я знаю, что ты делаешь это, чтобы спасти себя. Потому что Амир умер, спасая твою жизнь. Я делаю это, потому что если мы не получим антизин из Райса, люди начнут умирать. Ты знаешь, я встретил Амира сразу после выброса. Я не знал его так долго, но... He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the antizen, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? Ну что ж, ладно, подождите, я вообще думал, что это Альфи, да? Но это не Альфи, это поменяйтесь. Это, короче, не Альфи, нифига. Где Альфи? Альфи, Альфи...
где мастерская, в которой работает Альфи. Здесь. Да. Второстепенное задание. You're Alfie? That's me. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Glad you're here. I was just about to call you. What's the problem? Well, it's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the Cauldron district. The bad news is that it blew out the grid near the overpass. It's blacker than your pants pocket over there. Ничего себе. So you need it switched back on? There are two substations. Flick, flick, you switch them on. The order doesn't matter. Then you throw the master in the main station, and it'll light up like a Christmas tree. I think I can do it. Of course you can do it. Any runner could do it. But there's a catch. Shutting off the lights has created a little black patch for the volatiles. Bunches of them are gathering there after sundown. So I've rigged a trap. It's already in place, all set to go. Now, if you can get in there and restore the power after it's dark, we can fry a whole lot of freaks in one shot. After dark? That's gonna be a lot dicier. Sure. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Just an impression. Let's just say I'm here to help. Really? Good intentions, huh? Hope you've got some guts, or you won't last long. Не знаю, может быть, Крейну и хватит духа, но не мне. Что это? Чувак, у тебя окна грязные. Слушай, что значит делать? Хотя я не знаю, что делать. На самом-то деле. Мне не хочется это задание. Реально не хочется, тем более не успел нажать на кнопку отследить. То есть я вначале не хотел, потом подумал, ладно, стоит нажать, и так не нажал. Да, собственно, как-то так. О, вот о чем я говорил. У меня есть время. Что не особо-то круто, сейчас выйдем. Убьем пару зомби. Опа, и настает ночь. Согласитесь, не весело, да? Сейчас, кстати, красный дым валит. Подождите, красный дым. Это же груз. Ну-ка, ну-ка. Сейчас, кажется, будет первая встреча с людьми Райса. 400 метров топать до Райса. А, ну все, вон. Судя по миникарте, там уже... Райса. Люди. Да, люди Райса. Understood. Так, я, значит, хочу сказать вот что. Я, пожалуй, закончу эту серию, потому что пока мы там будем бегать, там уже будет достаточно много времени, да? Выживший погиб. Ну, ё-моё. У меня аж игра из-за вас подфризилась. А, давайте попробуем вот что. Нормально. Сколько бежишь такой? Ну все, в безопасной зоне. Ну и что ж, ребят, хочу вам сказать. Спасибо, что посмотрели. С вами был Денис и 4-я серия прохождения игры Dying Light. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Иначе он вас убьет. Уже готовится, разыскивает людей, которые это не сделали. В общем, всем удачи, всем пока.